Как женщина мужчину делает, таким он и становится. Молитесь за него. Уважайте его, молитесь за него, и он не будет воровать. Из чего мужчину делают, таким он становится, понимаете? Если вы на него, моя нервера меня, меня всю жизнь испортил. Значит, будет мулей. У других мужчины, как ребенушки, а у меня бедоносец. Значит, будет бедоносцем. Как вы к нему относитесь, таким он будет. Женщина сильнее психически. Она формирует отношение мужчины к себе как личности. Если женщина его таким называет, он в душе будет, он может выпендриваться на работе, делать вид, что он крутой. Но все будут видеть в нем того же самого, что не видит в нем жена. Поэтому мужчина не может даже социального статуса обрести, если он не уважаем своей женой. Поэтому жена должна просто уважать своего мужа, для того, чтобы хотя бы ему деньги в квартиру приносить.